Альмира Яндан и Далума Андар занимаются музыкой с самого детства. Обе выпускницы Республиканской школы искусств. Будущие деятели искусства продолжают музыкальное образование в городе Новосибирске и являются получателями стипендий от Министерства культуры Тувы. В этом году окончила степень бакалавра и дальше поступила в магистратуру Новосибирской государственной консерватории имени Глинки на 2 отделения. То есть буду учиться параллельно на флейте и на дирижерском факультете. Я веду активную концертную деятельность, всегда где-то там участвую. Вот. И в этом концерте «Молодые дарования» я участвую уже 2-й год. Вот уже 3-й год подряд Министерство культуры Республики организовывает концерт «Молодые дарования Тувы». Ведомственный проект «Адресная подготовка кадров» направлен на подготовку будущих деятелей культуры для нашего региона. Также курирует весь процесс обучения талантливых ребят. Во время обучения вот тех талантливых ребят Министерство культуры прослеживает каждого ребенка, который поступил в ВУЗ, и тем самым дает им шанс ежегодно выступить на больших сценах нашей республики совместно с именитыми артистами. Адресная подготовка кадров направлена на взращивание молодых специалистов, развитие и популяризацию именно классической музыки в Туве. Талантливые ребята получают образование в разных городах по всей стране, выбрав сложные и редкие направления в музыке. Они получают стипендии Министерства культуры. И это очень редкие специальности, которых в Туве не хватает. Это такие студенты, как скрипачи, пианисты. Накануне прошло первое прослушивание студентов, обучающихся за пределами Тувы. 24 августа текущего года планируется концерт, в котором примет участие одаренные и талантливые дети совместно с симфоническим оркестром Тувинской государственной филармонии. В первом отделении концерта они играют сольные произведения, сольно выступают. А во втором отделении они играют в составе симфонического оркестра. Музыканты на сцене Тувгосфилармонии исполнят известные произведения классической музыки тувинских, российских и зарубежных композиторов. Айсу Мангуш, Буян Мангуш, Миран Эрги, телеканал Тува-24.